Внимание, розыск. Полиция просит помочь найти злоумышленников. Трое мужчин подозреваются в серии краж из гаражей в Ленинском районе. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как неизвестные пытались взломать замок на одном из строений. Это им не удалось. Однако в этот же день были вскрыты два других гаража. Из них похитили колеса, инструменты и ценные вещи. Всех, кто узнал людей на этих кадрах, полицейские просят позвонить по телефону 02.